друзья, совсем недавно я объявляла конкурс с призами из турнира The International. Итак, мои хорошие, у нас подписчиков очень много, более 90 тысяч, и определить победителя было не так уж и просто, но случайным образом следующие люди получают следующие призы. Итак, первое место, ту-ту-ту-тум, поздравляем, Вова-сан. Да, это от меня почти сигна. Ты, мой хороший, получаешь карточку с курьером и рюкзак. Второе место, ту-ту-ту-тум, не первое, но тем не менее не хуже. Никита Груздев. Никита Груздев. Никита тоже получает карточку и футболку. Третье место. Третье место парень, девушка, не знаю, человек под ником Равинутифу. Получает карточку и кепочку, которая, кстати, мне очень понравилась. Поздравляю тебя, тебя будет сейчас спасать дождь от дождя и солнца. Итак, четвертое место. Человечек с ником минус, и у него еще внизу какие-то приписки. Я не знаю, под чем вы придумаете такие ники и как вы их запоминаете. Вот так выглядит этот человек. Ты его хорошо получаешь памятку и вышивку. Не знаю, куда ты ее наклеишь. Но поздравляю. И пятое место достается нику, человеку с ником векам 14. Друзья, вы мне просто ради интереса напишите, откуда у вас приходят идеи с такими никами. Ну ладно, итак, пятое место. Поздравляю, ты получаешь наклейки и вышивку. Хорошие мои, следите за новостями, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, и в следующий раз обязательно ты, мой сладенький, получишь призы. С вами была Полина, Маша и Даша. До новых встреч, пока!